Четыре награды различного достоинства завоевали спортсмены Дагестана на чемпионате России по панкратиону. Соревнования прошли в Барнауле. В копилке наших спортсменов одна золотая медаль, две серебряные и одна бронзовая. В своей весовой категории чемпионом стал Магомед Курбанов. В шаге от наград высшей пробы остались Нуцалхан Магомедов и Раджаб Ибрагимов. Среди призеров турнира – Магди Алигаджиев.